Международный день мира был учрежден в 1981 году, и с тех пор ежегодно в этот день всем странам предлагается воздерживаться от боевых действий. С сегодняшнего дня Владивосток также разделил эту инициативу. Организаторы назвали акцию «Марш цветов» и уже строят планы на будущий год. Мы хотим, чтобы эта акция была ежегодной, чтобы как можно больше людей о ней узнали, потому что не будет мира, не будет ничего. Не будет красоты, не будет здоровья. Счастье зависит от мира. Автором идеи отметить День мира в приморской столице стала обычная горожанка Марина Лаптева. Во время деловой поездки в Австралию она случайно застала торжество, во время которого жители Мельбурна возложили панно из 600 тысяч маков, дабы провозгласить мир во всем мире. Она проходит в небольших таких формах в других городах. Вот, например, посылка, которая пришла из Новосибирска, и вручили мне ее только что, для того, чтобы я эти цветы тоже включила в панно. Во время акции, которую авторы назвали «Марш цветов», сотни детей и взрослых заранее изготовили одноименные подделки из тканей и других подручных материалов. В мероприятии участвовали школьники младших и средних классов, а в течение всего торжества действовал открытый микрофон. Выйдя к нему, каждый мог сказать немного добрых слов и поделиться своими мыслями по поводу того, почему в мире не нужна война. Некоторые подошли к этому более творчески. К нам пришли организаторы этой акции и давали нам мастер-класс делать цветы. И еще рассказали, что будет акция 21 сентября на набережной. И вы должны эти цветы посвятить какому-нибудь человеку, который погиб на войне. Владивосток пока что единственный город, который принял под свое крыло праздник, учрежденный Организацией Объединенных Наций уже 35 лет назад. Имя этому празднику... День мира! Евгений Черемухин, Кирилл Корнилов, Новости на Восьмом.